Обалдеть. Ну а ты откуда здесь взялась, скажи, пожалуйста? Что за этот зоопарк у нас на поляне развелся? Выходи гулять. Так, друзья, Ирка грустит, потому что ее сегодня взломали какие-то негодяи. Что да, случилось? Не ведитесь, пожалуйста, меня взломали, это мошенники, они вымогают деньги. Ни в коем случае не отправляйте. Все, понятно, разберемся, порешаем. Друзья, как вы думаете, какого питомца нам завести? Кролик, шиншилла, хомячок маленький, еще один кролик. Это что-то похоже на мышку. Попугайчик. Еще попугайчик. О, большой красивый попугайчик. Ну, либо рыбки. Рыбки. Кап, не поливай их, новый шкаф. Просто обалдеть. Обалдеть, ребята, ну поздравляю. Ну просто, такой шкаф. Ну это просто лухари, лухари. Посмотри, хоп. Хоп. Бомба, бомба. Теперь у Сани с Йосифом самая огромная комната. Теперь это реально жеребьевку делают. Все, жеребьевку, жеребьевку на комнаты делаем. Ой-ой, Йосичка, какой молодец, красивый. Так, друзья, впервые в жизни я готовил такое блюдо, как говяжий язык. Ромаш. Пушка вообще. Я удержался, чтобы не сорваться на этот язык. Это пушка просто. У меня получилось.